Суббота, 30 число, всем салам с площадки воркаута на Карбышева. Сегодня очень такая хорошая погода именно для воркаута. Достаточно тепло и свежо. Я вот сегодня вышел потренироваться, как раз сегодня работаю несколько комплексов. Не одну группу мышц, а несколько, так как сейчас это наиболее целесообразно, чтобы поддержать ОФП и общий тонус. Так что призываю всех своих друзей и сподвижников пробежаться сегодня или позаниматься воркаутом. Воркаут и бег — это не очень целесообразно, особенно в этот переходный осенний период, поэтому чередуйте. Бег обязательно заменяйте плаванием, чтобы не было травматизма, и воркаут тоже. Делайте разгрузочные дни, и тогда будет вам польза. Всем привет из Казани, Роберт Хатмуллин.